Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак, пронзающий Бивень. В бой, герои! Чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей! Следующего бойца на арену выходит Ледяной Лев. Сражайтесь или погибнете, герои! Thank you.
Что тебе угодно? До Сейчас встречи. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом! Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарасус! Эредарский повелитель Пылающего Легиона! Должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Привет. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Thank you.
После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Как дела? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Thank you.
господин. Пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.
Здрасте. Войд. Чё? Здорово. Угу. Закрыли Зулчера? Угу. Так вопрос в ДПСе? Я, наверное, хуй знаю. Да, мы же берсу упирались. Минуту. Ну, уже... 20 секунд до берсы 4 ляма никто не сольёт. Угу. Поэтому, чтобы закрывать Зулджина, нужно ДПС на фурике давать много. Ну, не меньше десятки, короче. Да. От всех ДПСеров. А чтобы это давалось, нужно время дебафы. Нужны другие люди, которые дают. Которые одеты, короче, блять, чтобы тебя вагонили, вот и все. Как я ходил. Ну, могу, в принципе, сейчас с Армсом поэкспериментировать. Он к воле к чешке не так критичен. А чё у нас так пугов много? Каких? В канале. А, ну вот угореть, наверное. Я там из наших-то и не вижу никого. Ну, если честно, Зул какой-то, ну, пипец кривой. Мобы, которые уничтожают все. Которые нахрен там не нужны. А 3 сундука это максимум? Не знаю. 4 я не видел. Ну смотри, для 3 сундуков оказывается не так уж и критично, да? Там же весь смысл того, что надо первый пак забежать убить. А остальные 3 босса просто все добегают, ресаются, убивают. Тогда имеет, может, смысл на 3 сундука ходить. Делать пробеги на 3 сундука, а там уже там топ ДПСеры, если дальше пойдут КД закрывать, без луджи напускай. Мне кажется, это очень хороший один из вариантов фарма чешки. Для тех, у кого ее нету.